На улице Снеговой в районе 12-го дома произошло столкновение двух автомобилей. В одной из машин находился маленький ребенок. Как выразилась одна из участниц этого дорожно-транспортного происшествия, история стара как мир. Автомобиль Honda Vezel двигался по улице Снеговой со стороны таксопарка. За рулем находилась девушка, она с маленьким ребенком на борту и другими пассажирами направлялась в сторону Дархимпрома. В этот момент от заправочной станции начал свой маневр Subaru XV. Находившаяся за рулем женщина собиралась повернуть налево. Первый ряд машин ее пропустил, а вот со вторым не заладилось. Ну, я ехала и в последний момент увидела ее. Среагировала как могла. Но вот, видите, вся бочина правая стерта. Понятно. Вот как-то девушка так. Вам что-то объяснила? Да нет. Но она пыталась что-то кричать. Типа, вы же видели, меня пропускают. Но я ничего не видела. Ехала себе спокойненько. Хозяйка автомобиля Honda Vezel уверена, у ее машины серьезные повреждения, и по европротоколу здесь точно не разойтись. Участники дорожно-транспортного происшествия вызывают к месту ДТП сотрудников полиции. Ни водители, ни пассажиры транспортных средств не пострадали. Находившийся на борту Honda Vezel маленький ребенок благополучно направился домой. Сами же машины перегородили почти всю проезжую часть, из-за чего на дороге образовалась огромная пробка.